я еду в тур вот в следующем году. Спасибо. Далеко лететь, Настан. Ну, слушай, далеко. У меня просто, ну, это вот к слову о том, что там Сергей Матросов постоянно на Пхукете выступает, а у меня тур, я выложила города, и там люди пишут, а где Сыктывкар? Я говорю, слушай, я не знаю, что ответить, потому что я не ебу, где Сыктывкар.